Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня расскажу, как приготовить макароны с помидорами. Простой и быстрый рецепт. Большую репчатую луковицу очищаю от шелухи и нарезаю мелким кубиком. Зубчики чеснока тоже измельчаю. На помидорах делаю крестообразные надрезы и обдаю кипятком, чтобы снять с них кожицу. Очищаю и нарезаю средним кубиком. Разогреваю в большой глубокой сковороде растительное масло и обжариваю нарезанный лук до слегка золотистого цвета, периодически помешивая. Добавляю к обжаренному луку кубики помидоров и измельченный чеснок. Хорошо перемешиваю овощи и тушу на сковороде 5-7 минут. Затем добавляю к ним макароны. Снова перемешиваю, добавляю соль, перец по вкусу, вливаю 2 стакана кипятка, накрываю крышкой и оставляю на минимальном огне. Тушу макароны под крышкой до готовности, ориентируясь на время, указанное на упаковке макарон. Затем добавляю измельченную петрушку, перемешиваю, накрываю крышкой, выключаю огонь и даю макаронам настояться где-то 4-5 минут. Вкусные и ароматные макароны с томатами готовы. Можно подавать их к любому мясному блюду. Кстати, зимой такие макароны можно приготовить из замороженных помидоров или томатов в собственном соку. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи! Редактор